direction of. Доступен новый псионный навык.
Здравствуйте, доктор Ю. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Здравствуйте, у вас назначен сеанс. Сканирование показывает, что ваши умственные способности...
обижена. Это должно помочь. Вам следует быть внимательнее.
Ваш костюм много изношен. Правлю, ремонт завершен. Оператор. Передвигаюсь. Ремонт завершен.
Тифоны не в первый раз вырвались на свободу. Это уже случалось. Вскоре после первых ваших тестов вы требовали остановить проект, эвакуировать всех. Но Алекс убедил вас, что контролирует ситуацию. Именно тогда вы стали действовать втайне. Спрятали схему своего ключа, видеоролики, создали протокол «Январь». Ваше беспокойство не было напрасным. Сканирование показывает, что ваши умственные способности снижены. Это должно помочь. Это поможет вам сосредоточиться.
Здравствуйте. Сканирую. Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. Алекс, черт, сейчас. Я зашифрую остальное. Доктор Коль уже стер запись, где Морган устраивает истерику. Последняя копия спрятана в его кабинете. Я не вернусь. Ищите ее сами. А, С, Б, А, С. Удачи.
Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Добрый вечер, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса-1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Деврис обещает проводить его. Быстро и безболезненно.
Кажется, вы раздражены. Несколько месяцев просто пропали. Я слушала дневники, читала статьи, разбиралась с делами. Вы знаете, сколько раз у нас уже был этот разговор? Это пятый раз. Он всегда проходит так? Не всегда. Что это значит? А вы как думаете? Я думаю, это должно вас беспокоить. Вы оставили себе сообщение. Хотите прослушать? Нет. Это может вам помочь. Я сказала нет. Это не я. Почему вы так думаете? Понятия не имею. Я просто знаю. Вы сами согласились на это. Это была ваша идея. Ваша и Алекса. Я на это не соглашалась. Там орган... Это не я. Я ника... Вы знаете, что происходит в отделе психотроники? Знаете? Я бы все равно вам не сказал. Сами понимаете. Что вам известно о Тифоне? Мы не должны о них говорить, особенно без вашего брата. О них? Значит, вы в курсе. Как вы можете тут сидеть? Морган, сделайте глубокий вдох. Руководство станции... Вот. Мне не нужна таблетка. Мне нужно закрыть станцию. Земля... Морган! Я сказала нет! Ладно, я позвоню Алексу. Здравствуйте, рад вас видеть. Инженером.
Yeah.